Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь». Очередной прогноз на матч чемпионата мира 2022 в Катаре и матч Португалия против сборной Ганы. Эти две сборные встречались уже не так давно и не так недавно на чемпионате мира в Бразилии, а в 2014 году в третьем туре группового этапа, и тогда матч выдался интересным, португальцы победили минимально 2-1, а Роналду забил победный гол на 80-й минуте. В общем, все на этом. Пробежимся по сборным. Сборная Португалии, на удивление всех, заняла второе место в отборочной группе. Группу эту выиграла Сербия и автоматически попала на групповую стадию. Ну а вот португальцы, заняв второе место в отборочной группе, отправились в стыки. Вот. И мы сейчас видим, как на 32-й минуте сборная Португалии уже выходит вперед. Бруно Фернандеш забивает, игрок Манчестер Юнайтеда. Продолжая разговор о раунде плей-офф, стыковых этих матчей, сборная Португалии обыграла сначала Турцию со счетом 3-1, а потом и Северную Македонию. Более-менее соперниками, мне кажется, вот сборной Португалии повезло. Но вот Гана заняла первое место в своем уже отборе, во втором раунде в своей группе, и попала в третий раунд, где собрались лучшие африканские команды, и по правилу, я так понимаю, там выездного гола еще тогда действовало это. Сыграли сначала в ничью 0-0 со сборной Нигерии у себя дома, и на выезде сыграли 1-1, и, как я понимаю, здесь не было никакой серии пенальти, как нам подсказывают наши источники. И вот, скорее всего, по правилу выездного гола сборная Ганы попала на групповую стадию чемпионата мира. Мы видим, что сборная Ганы борется против португальцев. И вот он, Кудус, один из самых интересных игроков в сборной Гане. Игрок сборной, не сборной, прошу прощения, клуба Аякс. Неплохо себя там проявляет. И вот так вот Гана навязала борьбу португальцам, проигрывая 2-0, сравняла счет до 2-2. Ребята молодцы. Но вот Бруно отлично отпасовал на Криштиану Роналду, и тот снова забивает победный гол в матче с Ганой. Счет у нас становится 3-2, но это не конец. Смотрим, какая отличная передача пошла до Бруно, тот назад на Рафаэля Леао, снова Криштиану Роналду, никто его не держит, и Роналду забивает дубль на 80-й минуте, делает счет 4-2, ну и поставил окончательный счет в этом матче. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До встречи, друзья, всем до свидания.